Так, вот только что приехали к дому, только открыли дом, первый раз, еще ничего нет внутри, вот, и он стоял закрытый, потому что он новый абсолютно, где-то, я не знаю, пару месяцев, наверное. Привезли сейчас в машине вещи, еще ничего не разгружали, только распотрошили почтовый ящик, уже успела понаприходить целая куча. Вот это вот нужно будет убрать афишу, что он был продан. Вот тут забор справа, это наш, а слева это уже соседский. Вот эти баки, это соседские. Сейчас пойдем вовнутрь. Здесь участок примерно 420 квадратных метров, то есть 4 с лишним сотки. Сетка на двери, от мух, от всяких, от комаров. Тут скрипучий замок, ну это мы. Это смажем, это все новое просто. А сразу от входа справа находится, это будет моим кабинетом. Такая вот штука, значит, здесь вентилятор и кондиционер. Кондиционер, дакт система, то есть она одна на весь дом, мы можем регулировать, но это я покажу. А светодиодное освещение, здесь три окна. Я, сколько здесь метров? Здесь метров, наверное, 8 квадратных в этой комнате. А дальше идет лестница наверх, тоже с большими окнами. Все окна закрываются. Это мы потом пойдем туда. Вот. Здесь находится слева гараж. Гараж на две машины, довольно большой. Еще пульт не пробовал, должны работать двери автоматически. Там есть вроде бы ручная еще открывашка. Здесь двор из гаража выходит. Ой, дверь из гаража выходит на двор. Тоже еще ни разу не открывал. Сейчас открою. Тоже сетка стоит. Пусть будет открыто пока что. А там кондиционер как раз стоит, баки мусорные и вот то нагревалка для воды. А здесь вход отсюда в кухню из гаража, но мы пойдем через основной вход. Значит, здесь находится подлестничная кладовка. Она довольно большая, правда не вижу здесь света. Нет, есть свет, можно включить. Места довольно много. Тут что-то рабочие оставили, видимо. Да, места довольно много. Можно сделать шикарную кладовку. Далее. Значит, на полу ламинат лежит под дерево. Под немного старое дерево. Внизу находится на первом этаже один туалет. С вот такой вот интересной раковиной. С полочками. Условными полочками. Потолки довольно высокие, около 3 метров. Везде подсветка светодиодная. Здесь несколько окон, все с сетками. А вот эта вот дверь, ведущая во двор, она двойная. То есть она есть просто с сеткой или закрывается. Можно полностью открыть и там устроить типа пикника. Мы заказали уже мебель, стол, все будет. Вот. Вот это кухонная зона, здесь три зоны одновременно, то есть здесь вот комната, не знаю, отдыха, я не знаю чего, по плану потом скажу, сколько метров квадратных. Это вот мы здесь поставим телевизор, видимо будет большой как раз на всю вот эту вот между окнами пространство, будет стоять диван, а сюда соответственно поставим стол и будем во дворе есть что-нибудь. Это вот внутри двора зона. Здесь надо будет что-то сажать. Там находится сушилка для одежды. Забор. Ну, с забором подумаем, что делать. Значит, выглядит это вот так вот снаружи. Надо будет травку пополивать. Там он окно в спальню на втором этаже. Здесь можно даже еще машину поставить. И не одну. В принципе, тут, наверное, машины три больших, а то и четыре влезет. Вот, там уже соседи. Здесь уже тоже соседи. Соседей не видно, нормально. Теперь, если пойти вовнутрь, значит, это кухня. А мы специально брали дом, чтобы была большая кухня открытая, вместе с кучей места для того, чтобы можно было смотреть телевизор, отдыхать. Вот есть еще вот это место. А теперь, значит, шкафы. Шкафы здесь везде. Вот это шкафы, это шкафы. Вот это шкафы. С этой стороны шкафы, двери. Ну-ка. Ага.
Вот, то есть полок здесь навалом. Вот это все шкафы. Плита большая, 90 сантиметров. Плита хитрая, об этом чуть потом. Значит, вот это тоже все шкафы. Угу. Вот здесь небольшой вид прямо с кухни от плиты на забор. Туда посадим какие-нибудь растения, будет весело. А плита индукционная. Ну, она универсальная и индукционная, и обычная. А огромная духовка. Значит, сделана, интересно, раковина. Раковина здесь одна на кухне. То есть здесь получается три зоны. Вот этот стол, как бы кухонный, сама раковина и вот эта зона плиты. Они очень большие. То есть если плита 90 сантиметров в длину, то примерно получается тут сколько? Метра 3,5 всего. Только один этот стол. Этот тоже стол где-то 1,5 метра. Ну и тут где-то 1,2 метра. Но здесь есть еще дополнительное помещение, которое стыкуется с гаражом. А в нем есть мойка. Это для посуды мойка. Тоже полки. Посудомоечная машина. Вот, окно во двор. А с этой стороны есть место для стиральной машины. Тоже куча полок. Все проведено. То есть здесь стиралку только воткнуть и все. И отдельная раковина, то есть четвертая раковина, для мойки, для замачивания белья и так далее. Ну и стеллаж. То есть мест для хранения здесь море, просто море. Это все новое. Угу. Посмотрим, разберемся, как все это работает. Дальше, поехали. Наверх, наверное. А, ну по поводу кондиционеров и всего остального. Значит, подсветка здесь, вот она. Это все светодиоды. Кондиционеры вот, вот. И, в общем, на каждую комнату своя. Даже по несколько вентиляционных отверстий для кондиционера. Везде есть вентиляторы. Значит, кондиционер управляется вот с такого вот айпада. Я, честно говоря, не знаю, как он включается. Пока еще разберусь. Видимо, вот она кнопка, скорее всего. Да, это Daikin система, довольно продвинута, можно регулировать. Ага, вот он говорит 24 градуса сейчас. Можно по зонам регулировать температуру в каждой зоне отдельно. Вот. Это я буду разбираться. Соответственно, вентиляторы регулируются отсюда. Вон он пошел крутиться. Разные скорости. Есть даже наружу вентилятор, если сидишь на улице, и свет, и вентилятор, чтобы можно было здесь прохлаждаться. Сейчас где-то 23 градуса на улице, очень хороший такой бриз идет, пыли здесь нет. Да, по поводу холодильника. Вот это вот место, это под огромный холодильник. Сверху тоже есть две полочки, но здесь еще проведена вода. То есть это для холодильника, который использует автоматическое... как это, изготовление льда. Вот. Мы как раз такой купили. Все эти окна, кстати, закрываются шторами, если нужно. Попробую открыть. То есть это что касается первого этажа. По плану, сейчас я посмотрю, вот это вот все, это нам дали документацию. Здесь, наверное, нет плана. А может быть и есть. Должен быть, по идее. Вороны каркают. Контракты, контракты. Нет, пока планов не вижу. Ну, ладно, это будет. Просто было интересно показать именно, сколько каждая комната занимает. Но они большие довольно. Ладно, пошли на второй этаж. Так, поднимаемся на второй этаж. Интересно, здесь окно довольно большое. Тут довольно жарко. Значит, здесь тоже сразу вот входим, это как бы прихожая второго этажа, с большим шкафом, раздвижные двери. Это вот для кондиционера штука.
А кондиционер, соответственно, ну это как бы входное отверстие, это выходное. Люк на крышу, еще не смотрел. Есть отдельное окошко, то есть здесь, по идее, можно поставить стол, работать за ним. А комната довольно большая. Я даже не знаю, сколько здесь, где-то метров 5 на 4. Вот. Отсюда видна крыша соседского дома. Здесь одна спальня, вот она. Шкафы, типа гардеробной. Здесь примерно 3 на 3,5 метра. Еще две спальни, тоже примерно 3 на 3,5 метра. Везде вентиляторы. А, еще охранная сигнализация, это от дыма, от газа. Тоже шкафы. Я планирую одну комнату сделать под гардеробную полностью. Одну спальню. Значит, здесь свой туалет, ванная. Ну, сюда мы сейчас вернемся. Значит, еще одна, третья спальня. Тоже примерно 3 на 3,5 метра. Тоже со своим вентилятором, кондиционером. Со своими шкафами. Они примерно 3 одинаковые. Далее, значит, для этих трех спален имеется собственный туалет и собственный душ с ванной. Значит, ванна довольно современная, но это как бы дом такой ультрасовременный считается. В этой ванной огромное зеркало, две раковины, куча шкафов и душ. Душ очень интересный. Так как он открывается, а вот просто я здесь еще ни разу не был. Здесь есть своя ниша под всякие шампуни. Довольно красиво сделано. Душ современный, полочка. Один душ у него такой, а второго я здесь не вижу. То есть, видимо, здесь один душ. Кран у него вот он. Довольно интересно сделано. Кстати, фирма Корома знакомая. Раковина. Раковина тоже весьма недурственная. Есть розетки. Внутри довольно много места. Также можно выливать воду. Вообще в Австралии сделаны полы так, что у них можно лить любое количество воды, хоть купаться здесь вообще прямо снаружи, и оно не будет протекать. Тоже окно, надо будет открыть, проветрить. Так, теперь идем дальше. Это еще не все. Значит, от входа, как я говорил, есть большие шкафы для хранения всякой одежды и так далее. Это огромный шкаф. А теперь мастер-бедрум. То есть это основная спальня. Здесь большой размер, где-то 4,5 на 5 метров примерно. Тоже со своим кондиционером, с освещением, с датчиком дыма и так далее. Здесь огромные шкафы. То есть вот этот вот шкаф, он метра 3, наверное, в длину. Не могу сказать точно. Типа гардеробной. Вот. Еще один шкаф здесь. И еще один шкаф здесь. А там окно, вид на крыше. Это хорошо, потому что никто никогда не будет заглядывать в окна. Вот это очень хорошо. Не надо будет закрываться занавесками. И здесь у нас собственная ванная. А очень интересная ванная. Значит, от входа справа находится одна раковина со своим собственным шкафом. То есть здесь везде камень. Кстати, на кухне тоже это не пластиковый стол, это был камень. А зеркало большое, окно, душ здесь на двоих. То есть здесь два душа в одной душевой кабинке. Не знаю, зачем это сделано, но оно есть. Тоже полка большая. И здесь душ аналогичный тому, что в предыдущей ванной. Ванны здесь именно нет самой, но зато есть вторая раковина. Очень похожая на эту. Ну, можно иметь. Короче говоря, у нас получается здесь 3 душа, 4 раковины только наверху и 2 туалета наверху. Потому что туалет еще отдельно находится вот здесь. Вот. Освещение здесь светодиодное.
Все покрыто кафелем. Пол тоже кафельный. Пол тоже можно мочить как угодно. Проблем с этого не будет. То есть, в принципе, вот это все на данный момент по дому. А сейчас мы начнем уже вносить вещи. Мы начнем тут пылесосить, убирать. Хотя здесь, в принципе, все чисто. Кстати, здесь покрытие ковры. Полностью весь второй этаж покрыт специальными коврами, очень мягкими. Тоже после самолета простудился. А что еще можно здесь сказать? Да, в принципе, и все. Все, что будет надо, дорасскажу потом.